Здравствуйте, меня зовут Котиков Денис, и я старший государственный инспектор безопасности дорожного движения госавтоинспекции города Владивостока. Практически ежедневно в нашей работе поступают сообщения о дорожно-транспортных происшествиях с участием пешеходов. Действительно, иногда водители не снижают скорость вблизи пешеходного перехода, не всегда успевают заметить пешехода и остановиться. А бывают случаи, когда и вовсе на транспортном средстве отказывает тормозная система. Поэтому пешеходы, прежде чем переходить дорогу, обязаны убедиться, что водитель вас видит и остановился. Только тогда начинайте движение. И обязательно снимайте наушники и не пользуйтесь гаджетами во время нахождения на проезжей части. Будьте осторожны и соблюдайте правила дорожного уважения.